садик, а сказочная страна. Но если малышам, по сути, важно, чтобы было ярко, рядом добрые воспитатели, родители оценивают и другие моменты. Например, в новом детсаду появилась ясельная группа. И она тоже уже вся укомплектована. 23 ребенка. Ой, спасибо. Это что, компот? Компот? Это апельсин. Что? Компот апельсиновый. Здесь занимаются с крохами с полутора лет. Накануне торжественного открытия был первый день работы сада. Вечером дети не хотели уходить домой. И это лучшая оценка. Пойдем, нет, и все. Все нравится. Воспитатели прекрасные. Педагоги очень хорошие, музыкальные. Вот, ребеночек, да? Домой пойдем? Пойдем домой? А? Арина, домой пойдешь? Не хочет. Здание построено по всем нормам и стандартам. Пищеблок, музыкальный зал, просторные игровые и спальни. Цена вопроса более 73 миллионов рублей. По условиям очень десятка, 10 баллов. Оснащение замечательное, тепло, уютно, светло, соответствует всем федеральным стандартам. Только положительные эмоции. Мы очень долго ждали этого детского сада. И наконец-то мы его дождались. Верите, это действительно чудесная сказка, в которой будут жить наши самые маленькие жители нашего села. Сад непростой. Тут занимаются группы юных дорожных инспекторов, а также экологи. В игре учатся беречь природу, узнают правила дорожного движения. В новых стенах все эти науки и многие другие наверняка будут легче усваиваться. Как тебе садик? Красивый. Еще какой? Торжественный. Торжественный. Ну, нравится тебе здесь или нет? Да, мне очень тут нравится. С нуля и под ключ. Помимо здания, внутренней отделки, полностью в оборудование, конечно, обустроена и прилегающая территория. Дорожки, освещение, игровые площадки, образовательные зоны. Шилаевцы уже называют этот детский сад своей новой достопримечательностью. 23 ноября здесь отмечают День села. И это открытие называют лучшим подарком. Татьяна Куликова, Александр Кветка. Такой день на Мире Белогорья.